Разговор. Сегодня день Земли, и я знаю точно, и мы должны придумать что-то срочно. Мы в этот день весенний, теплый, яркий, Земле принесем свои подарки. Ну вот, придумал, мы же еще дети. А дети это знают все на свете. Растут сначала сами, а потом полезно заниматься трудом. Все верно. Вот когда я подрасту, я исполню свою главную мечту. Я посажу вот здесь красивый сад, и каждый отдохнет здесь будет рад. А я огромную машину соберу, чтоб мусор собирала поутру. Пока ребята спорили о том, какой подарок сделать им потом. Кирилл конфетные бумажки убирал. У дерева он посадил яркий. У дерева он сломанную ветку подвязал. На клумбе он насадил яркие цветы и выкрасил забор для красоты. Кирилл, тебе не заняться, что ли, нечем? Весь день пошел и наступает ветер. Мы спорили, кричали, а ты молчал и ничего про свой подарок не сказал. Я вам скажу, Земля наш общий дом, и кто же позаботится о нем, чтобы все звери, люди и цветы в нем жили по законам красоты. Мы сами, кто со мной, друзья? Я понял, буду каждый день заботиться о том, чтобы был прекрасный, чистый общий дом. Слово предоставляется первому Б классу. Второму Б-классу. Опять.
тащище, кулари, чини тяжу, то крепче, щоб парфум це розпунтєв. Я тонору ліді сус, спуня, чині тядус, кинті супіша з кинті, ші стропі, касрі, огарілі, ші туніч суалі. Брюсі штіку аешут, копачіла ша дісус, ші чині ліді тягорі, а рік піаріка си зборі, се жун пінремурілі, кінтереці пасарілі. Молодець, супрая кори, бараба дукрапари, поблори ти дебе тричі, супераря та смиричі, я папумай на степуні. Мутя флот брався ся дуні, прин градіняр прин огари, пався красти гри урмари. Умалав, даром пот, плянде ледя песте то, соля пап на вігу васе, брався піє мумавасе, капа мунду трапся піє, верде прин для богаціє. Фія, букураса, шаді тара, сунтора заділа саря, ще паминту ланкал з'їз. Мухтим плаче са привіз, спря паминчі са ажут, єнерджія сам брумут. Омені лармунчі тор, де натура юбітор. Тіра єсть перечіта, де лукуїтор юбіта, респектата, ще пастрата, де і тот смиряв курата. Поце інтру норча каса, лініштіте букураса, ще лемелі суріоре, то де у нас дорітаре, пепаминце сестрефаре. Кящі астась мам грабіт, пепамин де ангеліт, планті леса ленкал зес, уамені се веселес. Апа, аер, шо ще тоте, ще су тоте полувати, то ще Дубнезеу не дат, нка поте фісовати. Слово предоставляется 4-му Б-классу. Предоставляется 4-му А и 2-му А классу. Не нужно. У меня это. Он может быть в колонку включен? Или будет? Нет, он так будет. Так, каждый на свою сторону. Здесь есть, да. Так, встаньте здесь. Аккуратно. Вы видите, что здесь сверху? Не бойся за нос, даже если ты. Так, каждый на свою сторону. Ничего страшного.
И здесь, конечно. Может, другой часок отдохнем? Они нас
разобьют меня. Не ворись, слабоухий, со мной не пропадешь. Я, между прочим, агент местной безопасности. Метла, я рыжая. Как помощь нужна? Как слышно, прием. И что? Все в порядке, сейчас будут. Все. Песня построились. Закрытие нашей недели почти завершилось, потому что в конце я еще хочу взять у всех ребят интервью. Итак, вы помните, что происходило в течение этой недели? Помните? Помните все?
Ну и что происходило в течение этой недели, кто помнит? Что мы делали на неделю начальный класс? Кто помнит? Кто что сделал? Ну давай скажи, что ты сделал? Какой? Как назывался фильм? Вода. Вода. И что ты запомнила? Что вода? Это живое существо. Угу. Хорошо. И еще что вы помните? Что мы делали еще? Что вода может добро и зло. Может, правильно. То, что мы в воде посылаем, то она и дает нам добро или зло. Браво, молодец. Так, еще что вы помните? Что было во вторник? Что мы делали? Надя хочет. Посмотрите, что мы делали? Выставку, да? Юный поэт и юный редактор. Кто участвовал в этой выставке? Кто в своей работе? Поднимите руки. Вот сколько он, какие молодцы. Браво, попробовали. Молодцы, настоящие талантливые дети. Хорошо, что еще мы делали в среду? В среду? Приносили скворечники, акции. А вы заметили сегодня, что скворцы прилетели? Вы видели, сколько их много? Потому что как называлась акция? Прилетайте, птицы. Они к маме прилетели. Я сегодня их видела прямо здесь, возле наших скворечников. Я тоже видела. Тоже видела? Прекрасно. Хорошо. Что в четверг у нас было? Викторина. А как называется викторина? Помните? Математика в природе. Математика в природе. Кто участвовал в викторине? Поднимите руку. Браво, молодцы. Узнали много нового? Да. Интересно было? Да. И сегодня пятница. И сегодня... Ой, а? И сегодня пятница. И что мы сегодня делали? Опять о природе. Что мы делали? Рассказывали стихи. Делали инсценировки. Пели песни. И кто это все делал, ребята? Кто? Вы похлопали себе. Браво! Молодцы! Я рада. Так, пожалуйста, предоставляется слово Екатерине Георгиевне, директору школы. Она может сказать? Нет, вы стойте тут. Постойте чуть-чуть. Уважаемые учащиеся начальной школы, Лерик Васильевна, я хочу поблагодарить вас за активное участие в неделе, потому что видно, что вы работали, показали свое творчество, творческие ваши таланты, вы молодцы. И я думаю, что когда идете гимназический цикл, у вас еще уже эти навыки будут, и вы намного более сильнее и более активнее будем участвовать. И я хочу сказать, что очень меня впечатлила ваша выставка. И рисунки, и стихи, и сегодняшнее мероприятие. Спасибо вам большое. И вы, конечно, администрация школы, вам предоставили грамоты за ваш труд, за ваше активное участие. Спасибо еще раз. Я хочу сказать, что в очередной раз, когда вижу, что вы не только умеете учиться, но и умеете целиться. Всю неделю было приятно наблюдать, как фойе у нас нарядное, цветное, новые работы какие-то появлялись, очень много интересного, скворечники, вообще очень хорошее дело. И самое главное, ребята, чтобы то, о чем говорилось сегодня со сцены, чтобы оно воцарилось в жизнь. Потому что очень часто, отдыхая на природе, гуляя в парках, гуляя вот даже в районе нашего села, возле Примарии, возле родника, кто из вас хотя бы один раз задался вопросом, а в каком состоянии я оставляю парк или родник? А с этого дня я надеюсь, что каждый из вас будет следить, не уронил ли он случайно, я надеюсь, что это происходит случайно,
бумажку, пакет или еще что-нибудь носится. Поэтому, ребят, я благодарю вас за то, что мы всю неделю наблюдали начальный класс. Я не устаю вами удивляться, не устаю вами наслаждаться. Очень приятно глазу, очень приятно слуху. Спасибо. И надеюсь на ваше активное участие во всех остальных школьных и внешкольных мероприятиях. Встречал первый класс национальный. Рому, аж блясла муцу мес, шиим в историю, шиим левело, пенту приготили, пенту партичпали активно, как бы саптамыни власть в примаре, шаж бряка, спаду печеля, кали ной, кутоти амаузиту с чена, сосиньи принясу, сосиньи экзекутим пяца бастра, сапострация на тарпе, сапострация на цене, сапострация натура, и упрек раз вошел способно то, а саптамыни, ну, ведя вам в виде святой, честен тетру натура, а у мамы, но не отступаться, кендру, а вот страж, вам тебе не хост спустя, но и моя один шанс, я по страх, натура, Микея, Адицам лежим, Лумя, Михаил, Троим, шибо муцу месту нос, кендру, о активитате, ты где фумасы, лахнки, ерицы, домы, классы, а еще, ребята, мы... Одну секунду, ребята, сейчас годик, фотографии, все. А еще я хочу, чтобы вы поблагодарили своих учителей, которые организовали для вас эту неделю. И нашу администрацию школы. Хором скажем. Спасибо!